Окай? Окай, блядь. Не сразу, не обязательно сразу, но как бы ты понял. То, куда мне идти, Самар? Налево. Ты должен держать обязательно этот дом. И вот эти кусты. И вот этот нахуй дом. Можно мне Ми-8? Это 7-4В. Это Ксен. А ты? Нет, а? Я сама не то, как играю, я не совок. У меня нет такого. Я Ева Бригада. У меня нет такого, у меня одни танки. Мы самолеты-то будем брать или нет? Нет. Нет, значит танки берем, мы буки. Я беру то, что их даже охуеть. На ке слева, да? Да. Бираш у центр. Да. Да, Раш центр. Можешь рашить центр. Если на Елене все нормально, рашишь центр. Если жопа, ну мне помогай, ладно? Кто где командир ставит? На базе я. И сам ее защищу. Хорошо, это на Федор и. А Ксен, наверное, нужно две брать. Сначала, наверное. Это важно, кстати, а то опять попало. Уж этих чуваков-то мы не продаем, да, бас. О, кто рашит Дмитрий? Не, никто, наверное. Ладно. Ну не знаю, не потяну я, наверное. На Елену мне тоже идти, Самар, или нет? Да. Дом возьми хотя бы пехоту. Пехоту. Я туда конкурсы посажу, и его посажу, а ты возьми так, чтобы пехоту туда посадить. Ну, и какое-нибудь говно, какой-нибудь говнотанки, ну в общем, вот тут ты должен быть. Иначе пизда мне. Раздают с двух сторон. Может они что-то новое выкинут. Ну типа там рашнут, я не знаю, втроем, блядь, на один фланг. Ну навряд ли. Я тебе взял два тора. Да не, ты все на меня. Давай я возьму тунгуску, а? Не-не-не. Нахуй они нужны, они вообще бесполезно сдохли там, блядь. Ты че, дурак, они там сидели убивали, блядь. У меня буки все сбивали. Нихуя. Ладно, давай не въеби. Не въебу. А ты стримишь? Да. А ты точно менеджер? А ты точно продюсер? А вы точно Антонио Бандерас? Ксен, где Мидваро будет? Здесь где-нибудь болтаться. А, заебись, тогда я не буду брать. Так, я три Праги возьму, блин, у меня три танка, но зато каких? Кобан. Торы возьми поближе к себе, понял, чтоб тебя не разъебали. У меня все будет нормально, у меня два бука. Я тебе верю. Надо командирку где-то, ну пипец, неожиданное место поставить куда-то. И ксенфоб тоже поближе. Поставил в самом центре дороги. Вот сюда поставлю я ее в кустик. Жирное место. Вайса сегодня, короче, этот мудак, значит, смотрите, Ми-2, вот в этой канавке, причем он сидит в поле, то есть вообще в канаве, ничего не видит. И здесь, короче, проезжает колонна. Как, не здесь, а вот они, враги играли с нашего респа, где мы сейчас. Они вот так проехали, сюда, на базу, короче, куча народу. Просто колонна чувака приехала, этот урод ее не увидел. У нас с Вайсом в последнее время фишка, короче, я ставлю Ми-2 так, что вроде он есть, но эффекта нет. Это надо постараться, чтобы ничего им не увидеть. Вечно в какой-нибудь канаве он сидит. А я иногда видел, он даже колесами на земле стоял. Я говорю, ты что, нажал кнопку, что ли, посадка? Ты что, не оттролишь? Погнали. Не страшно. Мы все умрем. Мы занят. Мы затащим к всем. Да. Давай. Ты будешь тащить? Фух. Я буду тянуть. Ну давай. Ой, сейчас залит нас нахер. Ну мне пофиг, в принципе. Во, Валя Сокола наконец-то взял вместо обоссанных Ми-2. Но ты не долетишь, Валь, до того дома, если у них будет выставка. Я тебе сразу говорю, прыгай раньше и беги туда пешком. Хорошо. Мы массой давим.
Хорошо. Все, прыгай, там САС. Мы массы даем, чувак. Прыгай. Очистить небо, товарищ. О, господи, тут такая жесть. Что происходит? Че тебя сбили? Ну пох. Сука, блин! Гады! Не смей вздыхать над командосами, блять. Убирай их нахуй, да. На, твари! О, жесть, чуваки, здесь пипец! Просто приехала такая жопа. Птуры я бомблю, короче. Просто обязан всю эту херню бомбить сейчас. РЛС вот эти. Самар, тебе нужна помощь, говори. Нет. Нет, в смысле не нужна или нет, в смысле мы сейчас все умрем? Не нужна. Поверь, у нас. У меня просто хреново куча дерьма приехал. И ради бога, только тащи к себе. Все, что надо, это тащи. Ты что, мне даже? Во, молоток, вообще красава. Вперед, блядь, обоссанные танки. Я им разом убил все птуры, если они их еще не увели, но я не уверен. О, такой махач здесь, жесть. Никогда так жестко еще меня не прессовали. У нас плюс два. Давайте выйдем, я не могу. Да, Самара, ты ебал пиздеть. Ну реально, у меня что-то это, я очку так игры, блядь. На, блин. Тут тунгусский снайпер, короче. Бекут охотится. Походу нет туров, но надо мне, чтобы всем потом говна прислал, если мне все заебись. Если все плохо, играю у себя. Да у меня как-то... Ну, конкурс М не подводи, там одни туры в домах. Так, что это такое летит? Ёбаный стос. Все, врубай свои эти обоссанные торы, Валя. И не кучкуй, у них вот эта хрень страшная. Надо нам флангеры конить, левый, правый, тигр 2, небось, уже в тылу. Хорошо. Мам, я сейчас занят, можно попозже? На конкурсе, да? Мам, я сейчас занят. На, тварь, получи. Блин, как меня, конечно, охуюжило здесь начали, это жесть была. А, сидит, урод! Куда ты поехала, коза? Самара, я там продавлю центр. У них какие-то адовые птуры, чуваки. У них жесть какая-то там сидит, я не знаю. Продавливаю центр, я держусь один. Хорошо. Меня не так-то просто убить. Ну блин, жесть. Думаете, хорошая идея продавливать одну точку одному мне? Нормально, хорошая. Если я их здесь ебу, и Ксен, если их там ебет, то все нормально, дави. А Ксен их ебет, и я тоже. Мне сейчас этот, как его, Dirty D за все ответит, за все его высеры антибалалайшные. Хейтер просто наш. Реконьте левый фланг лучше, я боюсь. Ай, ну чё, норм, в принципе я их насливал в плюс. Красавчик. А Ксену нужно лес брать и простреливать дорогу, тогда мы выиграем. Сейчас, у меня тут просто не так много сил. Я понял, ну не обязательно сейчас, но просто не давай хотя бы им ездить, хотя бы турами огрызайся. А, блядь.
Вот это, блин, он умудряется выбегать, вот уж шлепок. Давай, дави, 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 дави. Все, я походу начал танки терять. Да. РБС 56 читарнутый, короче. Стреляет и стреляет. Мне походу и второй игра. Фух, прям повезло. Валь, только держись, ради бога. Подаю в центр. Понял, только держись. Фланги зареконены мной лично. Хорошо. Под мою ответственность. Что же делать-то? Что же вызвать-то? Ёпта! Командирку для начала. Да не до нее. Плюс два, пусть они вызывают, потом мы вызовем. Мне нужно птуры их ебаные убить. Разрядить, чтобы они обоссали. Вызови командирку, пожалуйста. Не могу сейчас. Вызову в следующий раз, как только какой-нибудь накопится. Все равно плюс два. Надо давить, тогда они не смогут даже на командирку накопить свою обоссу. Пора мне посливать их танчики. Ксен, давай танчики, говнотанчики, дыню выкатывай. Там вон РБС 56 идет. Скажем так, на меня переключились. Че мне тебе послать? Я буки, во-первых, приведу. Ходу, танки, все, что хочешь. Понял тебя. Посылаю. Гуманитарную помощь. Да, на тебя переключились, чувак. Тебе надо не танки, тебе ПВО надо. У меня два тура. Где они? А? Ну что-то пока что танки твои бьют. Ксен, дынькой выстрели это говно. РБС 56. Ну не обязательно, просто постарайся его убить, чтобы он там не сидел. Чуть-чуть не достает сама. Ну выехал, он все равно сейчас ведет. Ведет ракету. Я их разряжаю, в принципе. Ладно. Можете убить контргренадиров как-то? Бомбу сбросить. Ёб твою мать, да. А вы пока продавливаете еле, ну правильно. Сбрасываю, чувак. Не сливай, ради бога, свои танки, вруби торы. Все, что сейчас тебя спасает, это твои танки. Давайте вперед, ушлепки, скупите тебе. Бомба пошла, скажешь. Все, начинай продвижение. У нас в тылу какой-то хрен. Газель летит, реконище, пацаны, в тылу. Сбить быстро. Кто будет? У кого есть самолет? Давайте лезь. Ладно, я сейчас возьму. Меня нету. Губы. Фен копит его. Как больно влетает этот гандон. Жесть какая-то. Бляха, муха. Это пипец, короче. РБС 56 это ебаный чит. Мне все танки пожгли. Два танка сразу. Просто ваншотит все. У меня дальность фигова. Ну и чего, ну блин, это лучше, чем у нашего метис. Выставь командирку на Елену, пожалуйста. Да, чуваки, они засветили командирку, мне чего копаетесь? И справа облетают. Ты, блядь, сам сказал, ты зареконишь свой ебаный Харитон. Я его реконю. Они засветили командирку, что никто не сбил вверх реконище. Вот и все. Я ее меняю, все нормально. Там еще справа летят. Я все говорю, что где летят. Валь, тебе бомбануть опять тот центр? Да. Самар, если ты сейчас не вызовешь командирку на Элину, я ее вызову. Вызывай ты, я реально занят, чувак. Съебали меня эти, блядь, птуры, их я убиваю. Нереально достали.
Не, ну они жгут все к чертовой матери. Надо, чтобы Ксен давил вперед. Да, я... здесь успех будет. Я был только что занят. Ну я имею в виду, чтобы ты давил свой фланг, где леопард стоит, вот тот лес занимает. Чисто марк 11 убей. И вообще танк убирай тут, потому что там это. Убил командирку. Отлично. Держи крепче этот сектор, иначе я букил веду. Валь, командирку высаживай прямо в поле, похуй. Ну и лень, давай высаживай. Блять, РБС 56, у них просто спам. Нужно их срочно отстреливать. Бомблю опять их, командир. Куда же поставили, умники? Такой, блядь, умный. Можешь подумать, я не знаю, где она стоит. У них, кстати, ПВО нет ни хрена. Опять убил. Мне нужно больше ваших командиров у шлёрки. Ай, засветили мою разведочку, твою мать! Все, Ксен, сейчас все от Ксена зависит и от моих танков. И вообще, Вали, если у тебя и одна Андава свободна, постреляй мне по Елене. Маркер. Чья там? Маркер. А, вот эти вот два маркера отработают, там эти РБС ссаные сидят. Понял. Они мне все убили. Я не знал, я не смог их убить. Раньше как? Я светил и подъезжал танками, и не было никакого геморроя. Ну а сейчас это просто пиздец. Вай, как только увидишь у них командирку, говори, я отработаю. Хорошо. Что ты делаешь? На тво. Челленджеры. Челленджеры, захожу. Да это говно все равно покажет. Вон командир к ней, да? Нет. Как тропира. Главное, Валь, командирочку отследи, чтобы я ее ебнул. Ну все, я сейчас вас пожгу на кусочки. Короче, я уже вряд ли подавлю центр. Упустили эту возможность, поэтому давите Елену. Вали этому, Ксену надо вот этому. Помоги ему тогда, если нечего делать. Но тогда они тебя вообще пронесут. Чуваки, буки в засвете.
Не в засвете, но в горят они. Нужно... Куда ты валишь, Т-72? Ну убой, что ли, повел туда? Отгоняй обратно, убей вот этот лес ебаный. Чтоб я буки хотя бы отвел. Можешь убирать. Не, я уже не продавлю центр. Думаете, что-то на Елене? Надо взять Елену, ее легко взять, я уже там. Мне нужно говном помочь по этим турам дома. Блядь, поехал за буками, сука! Бада! Сливаешься, Валь, не сливай танки, они не убьют эти чипы. Да! Начало получаться. Ксен, давай, дави, ради бога, не дрочи, ты не вай. Сейчас убьем их уже. Там танки идут, я их встречаю. Все норм. Ай, блядь. А, ну и говно танчик. Вполне могут из центра выехать на Елену, поэтому, блядь, я постараюсь купить. У меня там есть конкурсы, ладно. Там слишком много танков. А, вон она, сука, работает. Я уже отвесил танчик. Так, пух. Мне не хватает говна. Сейчас приедут 6 топасов. Ну и чё, я нажал, почему не стреляем? Блять, ну пиздец, опять эта хуйня мне убивает танк. Тварь. Не видно, ни пизды, блин. Давай говно сюда. Нужно город взять пехотой, просто приехать и вылезти туда. Все, что надо, просто приехать и вылезти. Приезжаю и вылезаю. Давай. Сука, блядь, достает он на... Опять этот чит, короче, как во второй части. Ни хрена он не на 2200, она тянется бесконечно за танком. Они только ими и играют. Езжай туда. Каху летит, осторожнее. Насрал, ссал я на ту каху. Жесть какая. Езжай туда дальше. Может, я не удивлен, если... Да, их еще 5 рыл, то есть этих говняков еще 5. Если любой другой конкурс можно убить советский, блядь, с красным, одним выстрелом в кусты, этот нельзя. Дом ты вообще фиг убьешь, нужно 5 выстрелов делать. Бугурт, короче, Самара назовешь опять эту игру. Высаживай уже и беги. Смотри, что все-таки центр тоже туда внимание уделяй, чтобы они не прожали до конца. Ну я укрепляюсь. Укрепляйся. Миген летит. Ох, баражирует. Баражирует. Хрен. Ублюдок. Садись туда, всех вырезай, я подъезжаю. На куски всех там разорой. Все. Там надо ИДС, встречаю. Прыгни назад, срочно. Да, даже его завалил. Все завалю, до единого. Прыгай с мечами, короче, уже ближе. Какаха тоже работает. Мой бедный, это 72. Ничего, еще 8 приедет.
Там одни РБСы. Одни РБСы, конечно. РБС гейминг. РБС гейминг. Напиши. А как так получилось, что 30 человек сдохло, которые там были? Они бомбанули, что ли? Да, выгружаем И4. Всем. А, понял. Ну сейчас их уже бомбежка не спасет, я уже здесь. Ничего их уже не спасет, блядь. Ааа! Она, сейчас будут бомбить, как сучки. Фога нет уже. Ничего, все только начинается. На. Все, сейчас должны танки подскочить, пока не поздно. Валь, знаешь, что ты должен сделать? Зареконить эту херню нормально. Потому что там челленджеры и прочее дерьмо сейчас поедет. Я его убью своим Т-80, но ты должен реконить. Фух. Т-80 там сейчас стоит и карает. Он просто стоит и карает. Хорошо. Он будет их вечно карать, пока они РБС не привезут. Да, для этого должен рекон поближе посадить. Нас реконами обкладывают, и мы их не отстреливаем. На, тварь, блин. Сейчас, а? Келли. Всем дави из последних сил туда. Они штурмуют, нужно помогать нашим парням. Все, грузовик убери от нее, вот что ее спалит. Я твой бор шатал. Аху. Насрать. На Т-80. Нет. Свет пропал. Ты скажи еще раз, если что-то будет, я обрублю этот, не понял. Бучок. Ушлепки, бля. Не видно. Почему не видно его? Давай стреляй. Ага, вот он, вижу. Работайте, давайте. Все, она что там такое? Сдох? Где это что? Ты не слился там еще у себя? Нет, Ну тогда меня атакуй. Я покалечился, пытаюсь чинить. Пытайся. Кокушники летят, да, надо всех завалить. Да, повезло просто нереально. Охренеть. Смотри за своей БРДМ конкурс. Она там не в тему. Пускай по танчикам постреляет, порадует. Freedom Fighter. 100 килограмм. 3 бомбы. Бомбит конкурс. Успел, не успел, не успел, 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 да. Мимо, товарищ Валки, блядь. Не про канала. Смотрим на их базу. Готовим засвет. Пущ. Блять! Сука. Чё? Ты у меня тут, неважно, косяк у меня. Кстати, у нас по-прежнему нейтрально. Надо бы их командирочку ёбнуть, чуваки. Ёбни. Валь, ты сделай так, чтобы ты 80 не убили, потому что они поехали в атаку, ты понимаешь? Хорошо. Ой, у меня 472. Там челленджер, осторожней. Всё нормально, они меня не убьют. Ты там подготовь все, блин. Блин, что за хуйня у тебя там стоит? Опасы вперед, пехота назад.
Так, моих еноток заметили. Я понял тебя. Бля, у меня буки отстрелялись, сучара. О, жесть едет, Армагеддон. Валентина, не стой! Не 24 подними, ну что ты сделай, видишь, они дай добегут сейчас, ведь уроды-то. Я сама все схвачу. Схвачу. Все, пора бежать. Ну. Почему? Почему ты смотришь на них и не стреляешь? Ты 800 отъехал на тот свет, новый сейчас приедет. Сейчас я их конкурсами всех постригу. Ты уж постарайся. Ну нет, чувак, мы по лезвию ножа ходим на самом деле. Это все очень серьезно. Главное, чтобы всем пролез. Надо, чтобы пехота подошла. Заебись, да? Яцемные танки. Пух, и нету твоего говна. Так, у нас тыл контакт. Или это мне кажется? Где? Даже был. Не пойму. А, нет, показал. Так. Твою мать, да. И тут уже дерганым станешь с этими облавами по флангу. Оп, о, чем же раз осталось одно ХП? Ну, как обычно. Главное, что мы отбились. Ну ты знаешь, что там стоит, там пизда стоит. Угу. Господи Иисусе, блядь. Почему вы не едете, говнотанки, блядь? Не видно. Ну заебись, короче, мне Гандон с Эриксами 4 танка закопал. Ксен, усиль там эту группировку. Обходи справа, больше реконов, ничего не видно. Мы сейчас это... Командирку им ёбнем, она где-то... Можно уже наугад бить, ну, возможно, она здесь сидит. Постреляй туда, Андау. Или бомбани Валю. Валю, походу, сидит. Рапир — это опасно, от них, как правило, слив антирадаров идет. Кстати, говёные антирадары используешь. Это не короче, те, как... отбомбился, а ничего не убил. Ну да. Чей потерял. Я... Почему ты села и не чинишь мне танк, животное? А, это еще был один Хайлендер, то есть не 10, а один, похоронил 4 танка. 4 танка и 2 БМП-2, по-прежнему живой. Все, сдох, окочурился. Леопард 1. Короче, это был командирский Леопард 1. И там еще что-то стоит. Да хрена у них там все стоит. А что конкурсы-то его? Возьмите и чпухните его, ну блин. Сейчас ребята, еду, блядь. Я не тебе, я своим ублюдкам, они стреляют. Ребят, командиркам. Сейчас, я вижу, понимаешь? И это бред, Ксен, короче. Ребят, что? Чего? У нас в тылу контакт. Команда со четверо забежала. Постриг их этой. Прага я их постриг. Ну это пиздец, как они там оказались? Пешком что ли оббежали? Возможно. Добью. Меня, командирку. Ёбните командирку андавы вашей. Я ёбки выебашу. Давай, мочи, ты же мотошутся, ну давай. Мимо. Отлично. Отлично. Сейчас еще одну командирку им похороним. Они начнут штурм с бомбардировки конкурсов. На моей этой стороне. Походу, Валь туда уже первый заперся. Возможно, они танки переводят на Ксена Раш. У Ксена вообще Галина там, надо ему помочь.
гляньте. Чё? Зашквар, пацаны. Я поражен. Не, ну все равно мы их чпокнули. Сейчас меня уже никто отсюда не выбит, я окончательно занял дом. О, танк. Ух. Да, команда. Команда пара. Да. А сейчас я вас буду наказывать конкурсами, как хочу. В упор. Ух. Так, Визель ТО-2 надо наказать. Ух. О, у нас справа облет, массовый. Справа массовый облет, Праги пошли, самолеты пошли. Угадай, кто увидел. Вообще-то я первый закричал. Ну да, ну в смысле за счет кого? За счет Ми-2, который не в луке, как у вас, но как надо. И самолет пошли, аккуратнее, чуваки. Блин, они, сука, такие опасные, а? О, черт, Ксен, держись! Вигины это чё? А, говно. Вылетаю, мочим их. Вот это жесть, твою мать. А? Не нашли еще, прикинь. Кустигиря выпадают, их 15 рыл, это десант. Не, они чуваки, конечно, пипец, с юмором. Засыпали город, ублюдки. Как раньше. Просто кошмар. Враги, патроны закончились, сука. Короче, все Ксена окружить и раздавить вот эту говно, которая там в городе. Пипец, да? Такие летят. О, боже. Я тебя не бодренько рубил. Да. Да, они попрыгали знатно. Везде попрыгали, вообще дыры. Командирка защищена. Только ты знаешь что, ты смотри, чтобы они до нее не добежали. Они ведь сейчас могут и сюда побежать, они во все щели побегут. Аккуратнее там. Они уже там, он скачет, как это, мускалик по пайпу. Как хохлы, точнее. По городу. Банулись. Ну, прям вообще. Тварь, да? Вызывай, или я? Вызови меня, пока очков нету. Надо, кстати, дублировать командир, сейчас начнется вот эта тягомотина. 6 минут осталось. Начинай сейчас вызывать не юнита, а командирки, Валь, потому что... Жесть сейчас будет просто. Все, я занял все опорные пункты на 100%. Выбить просто нереально. Что-то я не понял. Я командирку... А, вон она. Валь, молодец, не слез. Как обычно. Ты чего? И как так в танке патроны кончились? Не стрелял. Каках летит на Ксеновский Т-72. Надо еще поискать, я чую, сюрпризы еще могут быть.
Блин, как-нибудь говнорашным кого-то. Не успею. Привет. За минуту даже можно прилетать. Короче, я еще нафигачу нам этих. Знаешь, я, наверное, тунгуску вызову на базу. Пригодится. Сейчас я буду дублировать командирки. Они там это. А, они видят командирку. Сейчас они вылезут ее бомбить, я сменю. Главное, к всем маякни, когда они будут бомбить его. Они вообще Елену мне отдали, они перестали там играть. И Диму отдали. Ну, Дима там вторые сейчас сидят, так спокойно пролезть не могу, плюс у меня все говно подохло. Ну, тот факт, что... Вигельская сетками летит. Да, понял. Понял тебя. Летит, да, наверное, не долетит. Можно даже не менять, пусть еще... Они ее видят, кстати, она даже не моргает. Ну, давай, давай, давай. Полетай. Бу-га-га. Артит, наверное, будет. Да. Каках летит, да, на Валю. Каках на Валю. Надо же, попали. Не попали. Че там, заложники съели кустегер? Вилками загрызли. Занят. Занят. Ну, были три, занят. Командир к себе вызвал. Да, погоди. Погоди. Все, восстание подавлено. ГГ. Как в былые времена. Нахерачили, вот софаку. Чеки набили. О, очередной раш идет. Я уже, когда пишут ГГ, я уже не верю. В прошлый раз нам ГГ написали и рашили со всех планов. Что такое было? РМ? Угу. Нифига, да? Или что-то убили? Электрик Вуду. О! Блин, а я включил, стою. Расслабился. И ты что-то да, вообще... Я ж выключил. Они бывают проглючивают. Ой, ляпёр. Ух. Одна наказана. Причем мы выиграли не по времени, а по набранным очкам. Угу. Ни хрена себе.